Всем привет! Приобрел вот такой вот электровелосипед Minaco V8 Pro. Здесь у нас корзина, колеса 20-е, передняя вилка, ароматизатор, два зеркала. Такой вот у нас счетчик заряда батареи, ручка газа, педали, мотор-колесо. Пишут, что на 240, по факту на 500 ватт. И батарея 12,5 ампер-часов на 60 ватт. Такой велосипед. Сейчас прокатимся, посмотрим, что получится. Ну что, поехали. Посмотрим, как ездит на первой передаче. Сейчас он задвижной подъем, примерно метров 500-700. Посмотрим, как проедет. Поехали. Сначала начинается небольшой огурчик, а потом побольше. Едем на первую передачу. Неполадка. Так. Едем дальше. Начинается подъем побольше. Забрались в гору, сейчас пойдем с горочки. Проверим тормоза.